Боевые искусства – это мост между Россией и Японией. Так считает посол Японии в России Тоихиса Кадзуки. Во время своего визита в Ульяновск он посетил региональный центр Кёкусинкай карате в Заволжском районе. Напомним, этот центр открылся в 2016 году на месте заброшенной хоккейной коробки. Новый спортивный объект располагает двумя тренировочными залами, где проходят занятия по карате и фитнесу. Сегодня здесь тренируются как начинающие спортсмены, так и лучшие каратисты России и Европы. Под руководством тренеров, многие из которых в прошлом победители престижных международных и всероссийских стартов, занимаются сотни любителей восточных единоборств. Во время визита японского посла ведущие спортсмены центра продемонстрировали навыки в карате, дзюдо, кудо и айкидо. Это тоже очень важный мост между Японией с Ульяновской областью. То есть это такой психологический молодые люди и занимаются дзюдо. Это играет очень важную роль моста между Японией и Ульяновской областью. Особый интерес гостей вызвал комплекс Тамишевари, представителей сборной региона по карате Кёкусинкай. Многим из них через месяц выступать на чемпионате мира, который пройдет в конце июня в Астане. Михаил Сашанский, Данила Сурков. Новости Ульяновской правды.